Ребятки, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и у нас праздник. Каждый раз, когда у нас добавляется новый динозавр, это как праздник, потому что динозаврики добавляются, в принципе, с каждым разом все обычно получше, красивее прорисован и так далее. И на этот раз у нас буквально там пару часов назад появился вот такой вот набор в разделе. В общем-то, он доступен для всех, покупается за очки доверия. То есть это не виповский набор, как видите, он у меня открыт, у меня вип-статуса нет. Да, и его можно купить за 20 тысяч очков доверия, ребята. Вот это у нас такой вот прекрасный барионикс. Я, честно говоря, даже не ожидал, но очень рад, что он у нас появился. Также давайте заглянем, что у нас тут по новостям пишут. По новостям у нас тут есть какой-то испуг. Хотите поскорее создать индораптора с макс набором супер ДНК, вы можете получить его за 320 супер ДНК, можете это просто купить ВКонтакте в сообществе. И вот, ребята, наш красавчик, просто божественный наборчик, супер, короче, нарисованная картиночка, ну, я его сразу должен, короче, вставить и на этом видосе. То есть видос этот, в принципе, будет не длинным, потому что я спешу как можно побыстрее сделать это видео, то есть я их уже прикупил, там 4 штучки. Вот, ребятки, смотрите, давайте посмотрим, как он у нас выглядит вот издали. Вот смотрите, сравним его. Вот T-Rex у нас здесь ходит, вот ходит барионикс. Ну, видно, что он сразу поменьше, примерно вот как конковинатор. Вот спинич тоже тут спит, он побольше. Давайте разбудим спинича, вставай. А вот наш барионикс, лапы у него такие какие-то толстые, да? Хотя нет, они у всех тут так нарисованы, хотя у конковинатора лапки поменьше. Вот, в общем-то, ребятки, барионикс, смотрите, какой он крутой. Блин, жаль, что вот убрали кнопку вот эту, свернуть эту хрень. Смотрите, какой. Это просто супер-пупер, короче. Нарисован шикарно. Давай, ух ты, ну, классно, классно. А ну, давай сейчас его подраконим. Вспоминается сцена из Jurassic World The Game 2, да, и как из трубы лезет барионикс. Еще надо не забыть, да, вот, ну, я думаю, сделаю рендер, вставлю сюда, как выглядит барионикс в Jurassic World The Game, Jurassic World Alive, короче, ребятки. И вот, ребятки, наше сравнение. В общем-то, модели очень, ну, очень-очень похожи. Они явно, вообще-то, скелет, наверное, один и тот же. А в The Game он какой-то такой поярче, но в Alive он как-то пореалистичнее, ну там чуть графика, мне кажется, получше, детализация чуть повыше, да. Но также самое видно, что коготь на указательном пальце у него побольше, ребятки. Вот такие вот у нас красавчики два. Ну, есть еще и красного цвета в Alive. А, давайте сейчас мы тогда их качнем. Смотрим, как он у нас питается. Ну вот текстура кожи мне очень нравится. И вот смотрите, морда у него как у крокодила, да? Ну, хорошо сделана моделечка, то есть претензий пока что нет. Пока что. А, давайте сразу сейчас кормим всех. У меня как раз и насобиралось почти 100 миллионов. Вот. Не пришлось продавать миллионы, так сказать, в гавани. Так, есть у нас вот 4 барионикса. Сейчас мы сделаем тогда 4. Ладно, давайте погнали, подеремся сейчас 3 бариониксами. Потом сделаем 2 20-х. Так, сила удара 405 на 10 уровне. То есть он у нас будет чертовски крепкий парень. 405, хорошо. Идем сюда. Ну, битву титанов я открыл. Но расскажу, напомню еще раз, кто не знает, как ее открыть, в следующем видео. Идем вот сюда. Все существа хищники. Ой, это далеко, надо куда-то крутить. Вот наши бариониксы. И помчали сразу в бой, ребятки. То есть 3 боя мы проведем. Следующий бой будет 2 20-ми, потом будет бой 30-м. Ну и как обычно, когда-нибудь будет серия по прокачке его. Так, нам попалась амфибия, я вижу, там по стазу, да, по-моему. Так, чем отличаются наши бариониксы? В общем-то,
За один удар он у нас, не пробивает, это хорошо. Так, ну, нам нужно много баллов. Может, стоило поставить 2 в защиту, конечно. Просто я не привык, что мне дают 2 балла, а не один изначально. Смотрите, как классно выглядит. Блин, голова эта крокодиля нравится мне. Оригинально, то есть не так, как многие. Противник наш чего-то ждет. Противник у нас такой вот кошара, кашкатун. Так, и он решил нас не атаковать. Это нам на руку. То есть первого Барионикса мы приносим в жертву, потому что против нас самый сильный противник. Сейчас вот этот. И он чего-то испугался. Ну, вот, в общем-то, он, скажем так, пропустил ход. Дал нам такую фору. Ну, значит, мы тут должны побеждать без проблем. 5 атакует на 4. То есть этого-то мы пробьем точно. А, Пастазух еще там какую-то вероятность угрозы представляет, но он не гибрид, там у него по идее должно быть все скудно. Блин, целых 5 приходится бить, представляете, несмотря на то, что он пропустил. Но спинораптор, конечно, сильнее нас 4 раза, у него в 2 раза больше жизни и в 2 раза сильнее удар. Так, ну вот этот парнишка пусть атакует, заберет нашего Барионикса второго, и было бы все в принципе в ажуре. 1-2 и 1-2-3. Ну вот отлично, как раз лишний 1 балл, но в целом отлично. Мне нравится, как получилось. Чезингоптер. Там уже сразу атакуем по полной, в общем-то. Ну да, такая. Неудобно не сражаться, когда вот такая стратегия у противника, когда один динозавр очень сильный, остальные 2 слабых. А мы любуемся на Барионикса, даже небо у него неплохо прорисовано с открытой пастью, ребятки. Крутись, крутись, супер, что-то нам попадись. Ну хоть бы сумчатый лев, ну куда ты полезла? Кстати, про родственника эласмозавра, да, надо в субботу сделать видео, ну по крайней мере по плану, да, после этого буду снимать, скорее всего... видео про родственника эласмозавра. Так, иди сюда, мой дорогой. Давайте делаем эволюцию. 100 баксов, короче, он, поскольку у нас типа виповский, да, эксклюзивный, он за 100 баксов всего лишь ускоряется, то есть там часов 6 в инкубаторе должен находиться, в общем-то быстро он растет, это радует, не пришлось тратить уйму баксов. Вот так. Нужно сразу же сделать и второго, чтобы они снова нам открылись в арене. После слияния это у нас считается новым динозавром, и потому как бы его не нужно выкупать за доллары. Естественно, мы их сразу вкачнем. Так, ну меня радует, конечно, что они... жизни у них будет довольно много, но, конечно, с гибридами они тягаться не будут, да, к сожалению. Но, опять же, нам добавили хищника, нам не хватает амфибий сильных и летунов каких-то жирных. А вообще его морда напоминает вот этих из последнего фильма про Кинг-Конга. Ящеров. Так, у нас теперь сила удара почти 700. Незамедлительно идем в бой. Это где-то недалеко от Терекса, кстати. У Терекса 600. Вот наши рексики. Итак, если у нас будет хищник, против него амфибия, еще один хищник. Вот так идем. Тут кентрозавр, рядом акантостега, паразавр и чуть-чуть правее рекс. Так, 600, 600, 800. Самый сильный, последний. У него двушечка у топиелозавра. Нам, в принципе, по барабану. У него нет травоядных, которые были сильно против нас. У него нет
амфибии. Так что все отлично. То есть Барионикс на 20 уровне сильнее, чем Метриолон на 30, как вы видите. И по жизни, в общем-то, по всем показателям. Так. Вот я бы мог его сейчас и пробить, конечно. Обидно, если он сейчас на один проатакует, а не на два. Но нет, все у нас, короче, в шоколаде. Шикарно. Ну, красиво выглядит, да? Согласны, и на арене он хорошо смотрится такой. Лучше нарисован, чем там, чем этот Зухамин. Так, он подменился. Это вообще отлично. Он подставил нам самого сильного своего динозавра, Тапиелозавр. Мы сейчас его быстренько разберем на запчасти. Ну, вроде же у него ничего нет. Отлично. А то было бы эпик фейл. Ну, короче, летающая рептилия наказала другую летающую рептилию. А теперь мы будем... 5-5-5-5-5 не проатаковал. Ну, как-то странно. Давайте даже 5 сделаем. Чтобы наверняка... О, он всего лишь один поставил. Так, я вообще-то хотел Барионикса кормить, а не Эудимурфодона. Что ж так получилось? Ладно, сейчас мы сколько один крокодильчик, все с другого крокодильчика. Метриолонг у нас же из Метриоринха, амфибии, да? Ну и выглядит он как крокодильчик. Сколько баллов бы у тебя не осталось, Барионикс тебя поглотит. Ах, красавчик. А, и кадры какие красивые. А, супер удар, кстати, ребята. На бегу, так сказать. Супер удар у нас на бегу. Красотища. Так, давай, быстрее, рулетка. И опять нам не попался легендарный набор. Опять мы получили какую-то фигню. Возвращаемся дальше к нашему герою сегодняшней серии. О, текстурки, видели, подгрузились. Так, ну и погнали. Делаем 30-го Барионикса. Сейчас мы зайдем еще прочитаем, что про него тут пишет люди. У нас он там, по-моему, около 2 тонн, да, был, по-моему, по Jurassic World Evolution версии. По-моему, 2 тонны. Давайте поместить. Накормить. Так, и давайте читать. Барионикс переводится как «тяжелый коготь». Это название он получил за огромные когти на своих указательных пальцах. Да-да, смотрите, вот этот коготь реально намного больше, чем 2 остальных. Барионикс предпочитает охотиться на побережье. Его конусообразные зубы отлично подходят для ловли рыбы, ну, как у всех спинозавридов. Барионикс относится к семейству спинозавридов и связан с родством с спинозавром, Зухамимом и Ирритатором. Это мы знаем. Кстати, давайте мы сейчас его, вот, давайте докормим. Куда ты вышел? Мы его сейчас докормим. Так, 3000 на 1000. Вот такие вот у нас показатели получились. Это как такие довольно... простые начального уровня гибриды, типа спинозавр, карнораптор, ну спинота, спинораптор, блин, уже спинотораптор, уже путаю, уже смешались в кучу люди-кони, как говорится. Так, ну вот, допустим, давайте посмотрим на родственника. Ух ты, давно не видел спинозавров. Блин, какой-то он такой несуразный в таком варианте. Что-то у него с пропорциями, по-моему, не то.
Я вот привык его, блин, он не Годзиллу напоминает, он как-то стоит странно. Так, это у нас был первый представитель. Так, есть ли у меня... Но остальных, наверное, сейчас уже нету. Я их уже, наверное, убрал. Зухамим. Так, это у нас кто? Это Астафрик. Во, Зухамим есть еще, ребята. Вот его ближайший родич. Ну, он тоже как-то больше похож на спинозавра. Хотя нет, как-то постройнее. Ирритатора я убрал. Вот так вот. Ну, как-то странно они выглядят. Немножко странно. Ну вот Барионикс другая модель, совсем другая. То есть он не слизан со спинозавра. То есть стоит совсем по-другому. Давайте, раз уж мы уж тут, тогда заглянем еще в к Ирритатор. Вот, ребятки, Ирритатор. А тут нельзя посмотреть. Это в справочнике, да, вот тут должен быть. Не все существа, а хищники. Так, вот Зухамим, да, а вот Ирритатор. Вот так вот выглядит. Ну, это всем одинаковые модели. Спинозавр, Ирритатор, Зухамим. Это старые модели, они все, короче, почти одинаковые. Так, ну а мы тогда отправляемся на последний наш бой. У нас косарь. Конковинатор что у нас посильнее окажется? Давайте делаем ставки, ребята. Если вы, правда, не знаете. Конковинатор будет сильнее или Барионикс? Вот смотрите, он с Траодоном, то есть в одной линейке. Траодон, он чуть-чуть помощнее, чем Спинорабтор. Отлично. Так, а давайте Конковинатор. Ну-ка, где ты? Конковинатор. Не Конковентор, ребята, вы мне уже задолбали в комментариях. То это люди один раз ошиблась, написала Конковентор. И вот теперь всех задолбываете Конковинатор, а не Конковентор. Конковентор. Вот тут как-то написано. Но это неправильно. Так, Конковинатор. Я его всю жизнь называл и буду так называть. Конковинатор. Так, ну, жизни будет больше, понятно, но удар не дотянется. Удар будет 1300 где-то, наверное. Да. Такие вот пироги. Так, ну и кого тогда мы возьмем? Давайте возьмем... Вот так вот. Барионикс будет у нас на закуску, ребят. около 3000 у всех жизней, то есть, ну, равный противник, никто ни против кого не силен, равный бой, а значит, мы его должны побеждать. Черт подери, у нас тут есть плохой косяк, у нас Траодон слабенький, вот это косяк. Нас сейчас могут обидеть, ребята. Могут нас обидеть. Но атаковать как-то бессмысленно сейчас. Придется, блин, ну продуем по факту. 4 из 5. Вот гаденыш еще и бал приберег. Ну двоих мы заберем. Барионикс против Приатродона. Это наша первая жертва. Да, кстати, чуть-чуть посильнее получился у нас противник. 3-4. И раз, два. Блин, у него будет 5 баллов. Он нас пробьет сейчас. Ну, так вот. Ну, ладно, ничего страшного. Мы возьмем матч-реванш. Ну да, как раз ему хватит. Надо было плюс 1 балл в защиту поставить. Ну, в принципе, мне же нужно было вам показать еще и смерть Барионикса. Вот, короче, весь цикл, ребята, показал. Все, что надо. Отлично. Так, ну что, тогда давайте еще напоследочек на него полюбуемся. Вот такой вот у нас Барионикс. Надо, чтобы, знаете, вот когда включается фоторежим, чтобы камера крутилась.
А то как-то не прикольно получается. Раньше можно было убрать эту панельку и покрутить красиво, а теперь нет. Лащится. Вот так. Ну, на этой прекрасной нотке я, ребятки, с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.